Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал заработка в интернете. Сегодня у меня проект без вложений, это букс, называется Surfing.net. Значит, уже 10,5 тысяч пользователей. Здесь рекламодателем заработок, ну как в обычном буксе, последних новых пользователей. Так и последние выплаты. Минимальный вывод – рубль. Здесь мы зарабатываем в сатошах, но выплачивают в рублях. Вот так. Регистрация очень простая. Логин, имейл, пароль и рекапча. Я с рекапчей, как всегда, в режиме инкогнито. Значит, вот на балансе у меня уже 14 сатошиков. Наша, как бы, профиль сразу здесь, наша партнерская ссылочка находится. Так, значит, вкладочка «Пополнить баланс», если кто захочет заказать выплату. Здесь заглушек нет, но это серфинг, их не может, я думаю, быть так. Далее, обменник здесь с основного баланса на рекламный баланс. И плюс еще 5%. Значит, серфинг сайтов. Просмотр рекламки. Смотрите, вот это сатошики идут. Не рубли, как бы, не копейки. Это 7 сатошиков. 4 сатошика. Давайте просмотрим одну коротенькую рекламку. Я покажу, как она там просматривается. Нас перебрасывают на страничку. Вот идет отсчет времени. Сейчас пройдет, что она у меня зависла. Так, и разгадываем 3, 6, 7. Нажимаем 7. Спасибо за посещение. Возвращаемся в профиль. Вкладочку можно закрыть. Значит, все, чтение писем. Ежедневный бонус у нас здесь есть. Значит, кликаем по баннеру. Возвращаемся обратно, нажимаем «Получить бонус». Дали бонус. Так. Вот у меня уже 21 сатошек. Значит, так. Далее вкладочка «Мои рефералы». Здесь также находится партнерская ссылочка. И будут отображаться партнеры. Далее «Покупка рекламы». Можно рекламировать свои проекты. Значит, 3 тарифа. Эконом, стандарт, премиум. Эконом здесь у нас что? За 1000 просмотров 5000 сатошиков. Вот заголовок. Тут все подробненько расписано. Заголовок, реферальная ссылочка. Ну и тут тариф выбираете какой. Эконом, стандарт, премиум. Так. И добавить сайт в серфинг. Все. Так, ну, мои площадки. Далее вот мой профиль. В настройках обязательно при выводе средств указываем платежный пароль. Значит, обратите внимание, платежный пароль должен состоять только из цифр и не длиннее 3 символов. 3 любые цифры. Эти цифры нужно будут при выводе средств. И обязательно их запомнить. И вот такие цифры, как 000, например, 3 нуля, да, система их не примет. Это я уже почитала, как бы, информацию, да. Есть группа ВКонтакте. Вот, группа ВКонтакте, их можно присоединиться. Так, ну, в принципе, я все рассказала. Кому интересно, присоединяемся, без вложений можно поработать. И что еще я хотела показать? Значит, 100 сатошиков равно 1 рублю. Понятно это, да? Вот здесь, видите, 100 сатошиков равен 1 рублю. Значит, так. Вывод. А, вывод я вам показывала уже. Заглушек нет, все нормально. Ну, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.